Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив 7-го автобусного парка. Автобус следует по маршруту номер 677 до конечной остановки платформа Леонозова. Для выхода необходимо подать сигнал водителю кнопкой звонка. В салоне автобуса поддерживайте, пожалуйста, чистоту и порядок. При выходе из автобуса не забывайте свои вещи. Заметив подозрительные предметы и оставленные вещи, не трогая их, сообщите водителю. Следующая остановка – кинотеатр «Комсомолец». На нашем маршруте работает система автоматизированного контроля проезда пассажиров – АСКП. При входе в автобус не задерживайтесь на передней площадке. Оплатив проезд, проходите через турникет в середину салона. Не создавайте неудобств. Остановка – кинотеатр «Комсомолец». Следующая остановка – Нижние Лихоборы. Остановка – кинотеатр «Комсомолец». Следующая остановка – Нижние Лихоборы. Остановка – Нижние Лихоборы. Следующая остановка – 7-й автобусный парк.
Остановка – 7-й автобусный парк. Следующая остановка – Дубнинская улица. Уважаемые пассажиры, при переходе улиц пользуйтесь подземными и наземными пешеходными переходами. Трамвай обходите спереди, в зоне видимости водителя, а автобус и троллейбус – сзади. Переходите улицу на зеленый сигнал светофора. Детей держите за руки. В местах остановок трамваев, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в вагон только после его остановки. После посадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. Остановка Дубнинская улица. Следующая остановка Дубнинская улица, дом 2. Остановка Дубнинская улица, дом 2. Следующая остановка Дубнинская улица, дом 8. Остановка Дубнинская улица, дом 8. Следующая остановка АТС. Уважаемые пассажиры, при выходе из салона автобуса не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, или подозрительных предметах, незамедлительно сообщайте водителю. Остановка АТС. Следующая остановка – школа номер 272.
Остановка школа номер 272. Следующая остановка Дубнинская улица, дом 20. Остановка Дубнинская улица, дом 20. Следующая остановка Универсам. Остановка Универсам. Следующая остановка – баскетбольная школа. Уважаемые москвичи, Государственная противопожарная служба напоминает вам, что пожар легче предупредить, чем потушить. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту. Будьте осторожны с огнем. В случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, звоните по телефону 01. Остановка «Баскетбольная школа». Следующая остановка – «Дом культуры «Юность». Остановка «Дом культуры «Юность». Следующая остановка – микрорайон Дубки.
Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам и людям старшего возраста. В салоне автобуса поддерживайте, пожалуйста, чистоту и порядок. Во избежание травм во время движения держитесь за поручни. Остановка – микрорайон Дубки. Следующая остановка – Институт стали. Остановка – Институт стали. Следующая остановка – Керамический проезд. Уважаемые пассажиры, во избежание травм во время движения держитесь за поручни. Остановка – Керамический проезд. Следующая остановка – Торговый комплекс. Остановка – торговый комплекс. Следующая остановка – платформа Леонозова, конечная. Уважаемые пассажиры, мы прибываем на конечную остановку – платформа Леонозова. При выходе из салона автобуса не забывайте, пожалуйста, свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, не трогая их, сообщайте водителю. Всего вам доброго. До новых встреч!